Вот пришло однажды мысль в голову, что а почему все время мы действуем на металл, а на нас с вами, на наш организм, на наши клетки действует такое же магнитное поле. И вот мы повернули немножечко все свои исследования в медико-биологическом направлении. И мы начали исследовать влияние вот этих магнитных полей на лекарства, на человеческие клетки, на, будем говорить, растения. Что будет? Мы только-только делаем первые шаги. В этом и задача понять физику этого процесса, механизм, что там происходит. Если мы его изучим, мы тогда управлять не сможем.